А вот за хорошее поведение на дороге инспекторы ГИБДД обещают подарки и шанс выиграть в лотерее. В области стартовала акция «Вежливый водитель». По словам организаторов, количество аварий выросло, и поэтому автолюбителям решили еще раз напомнить – городские дороги – не гоночный трек. Акция продлится в течение месяца. Тех, кто ни разу не нарушил, а еще проявил терпение и галантность, ждут призы. При этом учитывать будут отсутствие штрафов в прошлом. Идет рост аварийности по общему количеству дорожно транспортных происшествий, по числу погибших. Рост составляет 7 человек, на 7 человек больше погибло в дорожно транспортных происшествиях в текущем году. Ну и, соответственно, рост пострадавших тоже в районе 38 человек отмечается. Это, в общем, достаточно серьезный рост. Сотрудниками госавтоинспекции там в этой связи принимается достаточно широкий комплекс мер. Ну, одна из таких мер – это вот проведение этой акции.